Привет, дорогие зрители нашего радио Бали, слушатели. Сегодня мы вам покажем, как добывают драгонфрукт. Лариса будет в роли добытчика. Да, и сейчас я переключу камеру, мы покажем. Мы пошли к нашим соседям посмотреть, как это все происходит. Ну, собственно, переходим к акции. Вперед. Вот это вот кактус. На котором растут вот такие вот плоды. У моей бабушки такой кактус рос на подоконнике. Я вот каждый день сижу, смотрю на него и думаю, ну как же, это же такой кактус, как на подоконнике очень у многих растет. Оказывается, это драгонфрут. Очень, у него обычно красные цветы такие большие, красивые. Я, Антон, ну что, я могу подержать эту встречу? Да, похоже, что... Лариса у нас добытчик тот еще. Ну ладно, я зато все нашла.